В администрации района прошло очередное рабочее совещание под руководством председателя Госсовета ХАС Республики Адыгея Владимира Нарожного. На повестке дня рассмотрены вопросы социальной газификации. В мероприятии приняли участие министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шилджин, генеральный директор акционерного общества «Газпром Межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин, исполняющий обязанности главы района Руслан Емыков, главы сельских поселений, руководители профильных ведомств и служб. Важно отметить, что вопросы социальной газификации стоят на особом контроле руководства муниципалитета. Работа проводится в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. В начале совещания заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов рассказал присутствующим о проделанной за неделю работе в рамках реализации программы социальной дегазификации. Ранее главам поселения было поручено уделить особое внимание сбору информации о негазифицированных домовладениях в своих населенных пунктах для ее предоставления единому оператору газификации и включения в план-график. В Шабельском районе как складывается на сегодня? Как активность Кашкабля? Значит, за период с 10 августа поступило 43 заявки. Видим, динамика положительная. В ходе дискуссии спикер парламента призвал руководителей сельских поселений усилить разъяснительную работу с населением в части информирования о необходимом перечне документов для подачи заявки на социальную дегазификацию, о существующих мерах социальной поддержки граждан на газификацию домовладения, а также упростить порядок подачи и оформления заявок.